zabinfo.ru. Первый информационный сайт Забайкальского края. Добрый вечер, дорогие друзья. Мы рады приветствовать вас в зале Забайкальской краевой филармонии. Третий международный фестиваль искусств «Жизнь в гармонии» продолжается. И сегодня мы станем свидетелями рождения в Чите нового джазового коллектива, имя которому «Блюз Тай». Восьмого октября на сцене Забайкальской филармонии состоялось уникальное событие. В обновленном составе выступил коллектив, который можно назвать первым джаз-бендом Читы. Это новый коллектив «Блюз Тайм». Сделали первую программу в мае месяце. Она называлась «Джазовая прогулка». И сегодняшний концерт – это практически повторение этого концерта, нашей этой программы, но несколько уже изменённо. У нас появились новые музыканты. Два саксофониста – это Роман Евсеев и Дмитрий Дудкин, тенор-саксофон, альт-саксофон. У нас есть барабанщик Станислав Литовский. И вот, собственно говоря, это вот такой наш состав. Ну, а все остальные – вот Татьяна, я и флейтистка Алена Чернигина. Пианистка Елена Есина и исполнительница Татьяна Аникина уже известны читинским слушателям. В своем выступлении они исполнили стандарты и баллады от законодателей джазового стиля, таких как Натали Коул и Чика Кория. Однако коллектив удивил гостей и абсолютно новыми решениями. Участие флейты и саксофона Алены Чернигиной и Павла Черкашина приятно удивили публику. Также саксофон исполнил композиции в революционном стиле бибоп. Моя основная роль в этом концерте, конечно же, как и у Дмитрия, в принципе, украшения и сольное исполнение разностиличных импровизаций, в том числе стиля бибоп, самого сложного стиля в джазе. И вообще мне хотелось бы сказать, что мы вот нашим коллективом будем стремиться выходить на уровень, международный уровень, сотрудничать с такими коллективами, как «Доктор Джаз», с Игорем Михайловичем Бутманом обязательно. То есть как бы это будет не на уровне, и развивать разностиличные композиции, работать в разных направлениях, вносить что-то интересное, национальное и делать такой джаз-коктейль. Выступление удалось. Аплодисменты из зала не утихали, а букеты цветов удивляли своим количеством. Не каждому приезжему исполнителю посвящают столько оваций. Будем надеяться, что коллектив и дальше будет нести тепло и с любовью хранить забайкальский джаз. Теперь мы можем гордиться своим собственным джаз-ансамблем. Ирина Халецкая, Илья Татауров, специально для ZabInfo.